Та-та-та-та-та. Привет, я Ваня. Хочу сегодня утром нарисовать двух лисят. Рисуй со мной. Я их нарисую просто-просто маркером и раскрашу масляной пастелью. Посмотри, как я рисую лисят. Я примерно посередине листочка поставил свой пальчик. Вот тут, да? Рядышком я нарисую два носика. Один носик и второй носик. Вот тут два носика. Один носик лисенка, а другой носик лисы. Мамы лисенка. А теперь рисуем лисенка сначала. Вот так вот. Раз, два, сюда. А теперь возвращаемся и делаем ему сразу ушки. Сразу видно, что это мордашка какого-то животного. А теперь второе, да, мамы. Вот так рисуем. Раз, и уже побольше мордашку. Два. А теперь возвращаемся сюда, сюда и сюда. И получается две лисы, да? Две мордашки лисы. Нарисуем им сразу ушки вот так. Тык-тык-тык-тык. Здесь тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Такие штришочки, небольшие штришочки, они будут здоровские. Улыбочку мы не будем рисовать, потому что и так видно, что они улыбаются. Мы нарисуем им глазки, они зажмуренные. Теперь немножко сложный этап нашего рисунка. Нам нужно рисовать два хвостика, которые друг друга гладят. Один хвостик я здесь точку поставлю, вот здесь. Вот здесь. И вот здесь точку поставлю. И теперь я рисую хвостики. Смотри, один хвостик лисы, мамы лисы, большой. Он идет сюда и сюда возвращается. Такой хвостик. А второй хвостик мы почти не видим. Вот маленького лисеночка хвостик. Он сюда идет и возвращается. И здесь возвращается. Вот такие два хвостика. Они друг друга немножечко обнимают. Да? Теперь рисуем им спинки. Вот отсюда, сюда, вот так. Раз, спинка сидит наш лисенок. Вот так вот. А здесь лиса мама сюда идет и сюда. Вот такая мама получается. Можно здесь нарисовать еще лапку, я думаю, так подойдет. А здесь вот так лапку. Опа! А теперь заканчиваем рисовать маркером и берем самый-самый твой оранжевый мелок. Если у тебя есть карандаши, то рисуй карандашами. А если есть мелки масляные пастели, то рисуй масляной пастелью. Раскрасим сначала лобики и вот так вот уголком сюда вернем. Смотри, вот здесь вот уголок. Мордашку я хочу оставить, самый низ мордашки, беленькой. У меня лиса будет немножко беленькая, видишь? Я раскрасил ей лобик. Ушки по бокам не буду красить, а здесь ушки раскрасил вот так. А теперь здесь вот так, так. И опять то же самое здесь у нашего малыша. Пока мы с тобой рисуем, ты можешь придумать даже имя своему лисенку. К примеру, ты нарисовал лисенка очень головастого. То можно назвать его головастик. Такой, да? Теперь берем всю лису красим оранжевым. Дави не сильно на мелок, потому что масляная пастель, она ломается, но она очень мягко и очень сочно рисует. Рисунки получаются очень яркими. Но все-таки нужно с ней быть аккуратным, чтобы она не сломалась. Но если она сломалась, у меня таких мелков тоже много, я иногда много давлю и сильно, то я рисую кусочками. И это тоже здорово. Раскрашиваем почти все остальное. Все тела, все оранжевым, все оранжевые, оранжевые, оранжевые. И даже лапки тоже оранжевые, и здесь чуть-чуть оранжевые. Но немножечко оставляем и беленького. И еще можно взять красного, сейчас надеюсь, это красный. Нет, это не очень красный, вот такой по-бордовый красный. Чуть-чуть подтянить нашу лису здесь, здесь. Она такая яркая будет, везде яркая лиса. Мне очень нравится рисовать лис и разных животных. Конечно же, это самое лучшее, когда я что-то могу рисовать, и я хочу нарисовать что-то доброе, я всегда нарисую лису или какие-то животных, ну и даже зайцев, да всех я рисую, всех-всех-всех, и я советую тебе тоже, чтобы повысить настроение, рисуй что-нибудь такое веселое, такое забавное и что-то простое, ищи простые рисунки, повторяя, после этого ты скажешь, а что мне повторять, я могу и сам рисовать, я придумаю сам и что-то нарисуешь по-своему. Красные цветочки, и вот уже почти у нас весна, мы ждем яркого солнца, и все будут... А, кстати, это солнце, можно же и сегодня же и нарисовать, чтобы привлечь его внимание и сказать, кто-то меня рисует, скажет солнце, и прилетет к нам в гости.
А солнце я рисую необычным образом, я рисую его кругами. Вот так я размазываю, но не рисую лучики. Я рисую только круги, яркие круги. Обалдеть. Мне нравится рисовать. Я буду продолжать рисовать для тебя. Приходи, рисуй. Эта рубрика называется «Утро, рыба, кит», когда я что-то рисую простое, яркое и забавное для того, чтобы ты смог этого легко повторить. И у тебя получились яркие рисунки с утра. Передать тебе настроение, которое у меня есть творческое. И ты бы придумал что-то еще. Если ты что-то нарисовал, обязательно поделись в Инстаграм. А в сторис я репостну твой сторис, и ты попадешь ко мне в гости. Спасибо вам большое, мамы, папы, которые следят за каналом Ракит. И всего хорошего, я продолжаю. Ба-да-ба-да-ба-ба-ба-ба.